як попрощалися, так і повернулися. І знову не самі. На щастя, сьогодні, як ми і анонсували, спілкуємося із психологом. Катерина Чубкова у нас в гостях. Доброго ранку, кажемо ми вам. І сьогодні говоримо про щастя. Ну, а про щастя, що? Про щастя. Так, про що нам ще говорити? Ну, і от був у нас невеличкий сюжет перед тим про те, що Україна досить таки нещасна нація, так, принаймні 138 місце у рейтингу. І так, до речі, за останні роки ми спустилися ще на 6 позицій, нещодавно були 132, але, в принципі, чи можна нас, зрештою, назвати нещасливими? Ну, это все, наверное, очень индивидуально. Каждый ощущает, и критерий у каждого счастья свой, личный, да? Но если есть такие данные, то, наверное, не просто так. Учитывая, конечно, нашу вот ситуацию, что у нас война в стране, что действительно как-то мы экономически не очень стабильно чувствуем себя, то, конечно, ну, многие люди переживают это. И чувствуют себя не очень веселыми, радостными и счастливыми, наверное. Но, к сожалению, еще есть такой нюанс, что нас не учат в школах, как быть счастливыми. Вот если мы так окунемся в детство, то мы умеем радоваться погоде. Если это снег, мы будем ловить снежинки ртом. Если это дождь, будем шлюпать по лужам. И нам не надо чего-то такого космического, сверхъестественного, чтобы почувствовать себя счастливым. Ну, вот когда уже мы взрослеем, накладываются какие-то социальные вот эти, знаете, все проблемы, и, соответственно, человек постоянно куда-то бежит, зачем-то стремится и не умеет остановиться вот здесь и сейчас, ощутить вот это чувство счастья, что он тебя может порадовать на данный момент. То есть это или вкусные какие-то фрукты, или проведенное время с любимыми людьми, ну какие-то малости, какие-то мелочи. От ви сказали про те, що ми в дитинстві насолоджуємося фактично дрібницями, і от інколи є таке, що батьки десь дітей автоматично самі починають, не усвідомлюючи, я думаю, того, десь якось не треба, не будь такий емоційний, але ж насправді емоції дуже важливі, мені здається, для дитини. От і чи варто батькам так робити, чи все ж таки треба давати дитині радуватися? Ну, опять-таки, это стереотипы, потому что родитель хочет видеть удобного ребеночка, который не будет там позорить, да, как-то выделяться, поэтому он начинает его вот пресекать. Ну, для ребенка, конечно, это вот учит тому, что ага, эмоции – это плохо, надо быть сдержанным, надо не показывать чрезмерную радость. И, конечно, вот это накладывается, и в итоге мы потом уже в 40 лет имеем то, что имеем. Ходят взрослые строгие тетечки, дядечки по улицам, которые без улыбки, в каких-то своих проблемах. В маршрутках видим людей, которые тоже все озадаченные, чуть-чуть где-то, может, даже и агрессивные, потому что если мы не испытываем, мы сами несчастливы, мы не можем этим делиться с другими людьми. Угу. Только человек, когда он внутри гармонично себя чувствует, да, тогда он любит и социум, любит людей, и он готов помогать, делиться радостью своей. А если мы внутри пустые, конечно, ми сердимося на других, ищем виноватих. Це не так легко зробити. Тобто, скільки б ми десь над собою не працювали, позитивно себе не налаштовували, інколи от єдиний якийсь такий дійсно вихід на вулицю, там накричали, там не так подивилися. Та, і оце все людині, як з цим боротися, тобто як бути щасливим? Ну, знаєте, я, наприклад, навчилась абстрагуватися від якихось моментів або просто не обижатися на людей, тому что я уже более философски смотрю на вещи, я воспринимаю людьми такие, какие они есть. То есть, если у него он сегодня агрессивно накричал, может, у него есть на это причина, может, у него заболел ребенок, или там у него развод сегодня, или какая-то еще, или его уволили с работы. Я тоже себя не идеализирую, я знаю, что и у меня бывают перепады настроения, как и у любого живого человека. Я тоже не всегда хожу прям с улыбкой, да, и счастливой. Но я стараюсь быстро переключать себя,
от каких-то таких моментов, да, разочарований, огорчений и черпать везде какой-то позитив. От ми говорили поза ефіром про те, що людина починає створювати десь собі замінники щастя. Тобто є якісь такі загальноприйняті норми, людина щаслива, коли в неї там добре у сім'ї, в коханні, на роботі, все-все-все ідеально. Але так не буває, всі ми знаємо. Ну і тоді починаються замінники. Чи є вони взагалі? Є замінники. У нас організм наш построєний на гормональному фоне, это ни для кого не секрет, и во время нашего вот этого ощущения счастья, этой эйфории выделяются тоже гормоны – серотонин, эндорфин и дофамин. И эти гормоны, они находятся точно так же в продуктах, в шоколадке, в какой-то вкусняшке, да, и человек подсознательно, чтобы себя как-то порадовать, или включает красивую там мелодию любимую, или идет за какой-то вкусняшкой, заедает и чувствует себя на время веселее, лучше, счастливее. И это здорово, конечно, главное не злоупотреблять, чтобы потом не было депрессии от лишних килограммов, да, после вкусняшек. Но, тем не менее, это естественный процесс, и это действительно существует, действительно люди пытаются как-то себя порадовать. И это может быть и в хобби, это не обязательно вот в каких-то продуктах, песнях, это может быть хобби, любимое дело, то есть человек занимается там вышиванием, пишет картины, он отвлекается от всего, черпает оттуда вот тоже вот этот позитив. От ми говорили, вже десь зачепили цю тему, що щастя інколи десь залежить від віку. Сказали ми, що в дитинстві людина щасливіша, тому що якось і проблем немає, і якось вміє бачити ці дрібниці. Але люди, які фактично прожили життя, я не кажу там якийсь вік не називаю, просто дуже часто от людина сидить, думає, ох, може мені вже пізно ставати щасливим. І от вона десь у якійсь своїй цьому світі, такому нещасному живе. Взагалі, щастя має вік чи немає? Ну, мне кажется, счастье – это, знаете, такое что-то необъятное, которое не имеет ни границ, ни возраста. Просто надо разрешить себе быть счастливым. Мы счастливы настолько, насколько мы себе разрешаем быть счастливыми. И поэтому тут вот это все настолько, говорю, опять же, индивидуально. Есть, наблюдаешь за пожилыми людьми, которые могут смеяться из-за каких-то мелочей, вот действительно, как дети, радоваться каким-то сюрпризом внуков, да, поделкам, которые детки делают своими руками. И это искренне, это видно действительно, что человек вот просто умеет радоваться мелочам. Мне кажется, просто у нас как-то, ну, так вот люди себя ощущают, что вся жизнь еще впереди, я еще успею сделать себе что-то приятное, я успею себе порадовать чем-то, а сейчас надо его цели какие-то. И во время вот достижения этих целей мы пропускаем много каких-то позитивных моментов. Просто не акцентируем на них внимание, но они есть. Каждый день можно найти что-то хорошее, что-то позитивное. Кто-то нас там или сделал нам комплимент, да, или ну, для женщин это вообще очень важно на самом деле, да, или как-то приятно удивил, вот, уже сделали акцент, порадовались, это уже такая долечка счастья. Ну, а як це зробити? От ви кажете, що от ми поспішаємо завжди, не хочемо якось щось пропустити, якісь важливі справи. Є чи якась терапія? От сісти і щось, якісь чи заклинання якесь прочитати. Павах, я щаслива. Ви знаєте, терапії, взагалі, звісно, різні терапії є. Я сейчас недавно смотрела передачу, очень интересная терапия, но, наверное, такая чуть-чуть, как по мне, жесткая. Это, она называется гроб, это когда заживо закапывают человека, как бы хоронят его, да, и он потом, когда его раскапывают через там, пару минут, то у него полностью переоценка всей жизни идет. И вот действительно он начинает радоваться мелочам. Ну, я более лояльный такой психолог, у меня, конечно, таких методов нет, у меня более идет на визуализацию направленная терапия, то есть я предлагаю клиенту, да, если вот он действительно приходит ко мне с таким подавленным настроением, я ему предлагаю закрыть глаза и представить себе то место, где ему комфортно, хорошо, где он чувствует себя, ну, вот, настолько счастливым, ну, или чувствовал, да, в какие-то периоды своей жизни, чтобы он туда вернулся.
ну, не просто вот, да, представил себе это место, а подключал все сенсорные системы, то есть вспомнил, какой запах там стоял, на слух вспомнил, какой там или шум прибоя это, или какие-то пение птичек, то есть что он видел там, какие тактильные ощущения он испытывал, то есть или это от ветерка, там мурашки по коже или что-то еще. И вот когда мы подключаем все сенсорные системы, вспомним это место, мы обманываем свое подсознание, мы такое ощущение, как будто только что там побывали. И вот это на самом деле ресурс для человека, mm-hmm. потому что вот эти все счастливые моменты, они действительно подзаряжают и помогают нам двигаться дальше и достигать, ну, более таких масштабных целей, которые мы себе ставим по жизни. От ми говорили про те, що щастя буває різним, і дійсно у кожної людини воно на щось своє зорієнтовано. Сім'я, да. Діти, от неважливо. Десь я чула, що обов'язково щаслива людина має бути успішною. Чи так воно? Ну, мені кажеться, не обов'язково можна бути успішною. Це паралельні речі, які вони можуть... Не может быть успешный человек, мне кажется, несчастливым, но может быть и, ну, смотря в чем успешность, да? Если это говорить про карьеру, не обязательно человек может достигать каких-то высот и при этом чувствовать себя несчастным. Это все очень неоднозначно. Знаете, вот мне нравится, Пауло Коэльо сказал, что нету образца, который можно передать другому человеку, как чувствовать себя счастливым. Это все настолько индивидуально, каждый подбирает себе и выбирает вот этот путь к счастью. Поэтому для, просто если так более углубляться, то, например, женщина реализованная, реализованная чувствует себя тогда, когда у нее успешная, хорошая семья полноценная, да? Мужчина, наоборот, чувствует себя уже реализованным, когда он достиг каких-то вот в карьере высот. Поэтому здесь, опять же, если брать женщину, то она, ей без разницы, достигла она каких-то высот. Если у нее детки, хороший муж, она mm-hmm. уже чувствует себя, ну, полноценной, гармоничной, и она будет счастлива. А если мужчина, например, имеет, ну, как бы я работаю вот просто с бойцами, да, в госпитале, и приходили ко мне ребята и говорят, вот не понимают дома их супруги, почему они уезжают на восток, да, защищать территорию Украины. Как бы жены хотят, конечно, чтобы мужья находились рядом. И поэтому для них вот, они любят свои семьи, но основное – выполнить свой долг. Как бы, если это человек военно обязанный, если он имеет звание, да, служил в армии и сложилась такая ситуация, то для него это вопрос принципа просто-напросто. И они говорили мне это неоднократно, что да, я могу остаться возле семьи, но я сломаюсь. Я mm-hmm. не буду чувствовать себя реализованным. Ну, это несчастный человек. Угу. І, ну, конечно, он будет несчастным делать и людей, которые вокруг него находятся. Ми говоримо про успіх, ви вже якраз зачепили цю тему. От вічне питання. Щастя в грошах, наскільки матеріальний стан, від матеріального стану залежить людина щаслива або ні? Опять же, это все индивидуально в зависимости от того, какие приоритеты у человека. Угу. Если приоритеты материальное благо, то, конечно, человек будет зависеть от того, ну, там, насколько он финансово обеспеченный, насколько, что он себе может позволить, да, там, машину или дом, или отдых там где-то на Карибских островах. Если ценности в духовном, то, опять же, ему возьмем даже такое понятие, как аскетизм, когда люди уходят и живут где-то там в пещерах, да, не имея никаких коммуникаций, никаких благ, ну, именно финансовых, mm-hmm. и они чувствуют себя настолько счастливы, они настолько, вот эта вот гармония с собой, с окружающим миром, их просто наполняет, и они, ну, если брать в соотношении какого-то состоятельного человека или вот этого аскета, то я не знаю, кто из них счастливее. Класно. Ох, я думаю, що тепер ви всі стали щасливіші або принаймні над цим задумалися. І все ж таки, що робити, щоб бути щасливим?
Что делать? Ну вот рецепта такого конкретного нет. Но я, как я себя делаю счастливее, я могу сказать субъективное мнение. Я стараюсь ценить то, что я имею, радоваться тому, что я имею. То есть это любимая работа, это хорошая семья, это хорошие взаимоотношения, это верные друзья, которые вот есть у меня каждый день, за ним не надо куда-то гнаться, чтобы получить. То есть научиться радоваться вот мелочам, ценить то, что мы имеем, и, ну, конечно, ставить цели себе к лучшему, но, тем не менее, вот черпать эту энергию каждый день, здесь и сейчас. До речі, це ці порівняння. Дуже часто людина якраз десь нещасна через те, що порівнює себе з іншими. От тепер в соцмережі хтось десь поїхав, відразу фото виклав, людина сидить у якомусь офісі, дивиться на ці фото і просто страждає. От хоче їздити, хоче виглядати так само, а якось не виходить. Чи, ну, взагалі доцільно себе з кимось порівнювати? Мне кажется, все зависит от самооценки человека. Если самооценка в норме, конечно, мы можем себя сравнивать, но это как стимул приближаться к чему-то еще лучшему. Если самооценка занижена, то тут уже, конечно, беда, потому что человек действительно начинает впадать в такую депрессию. Я не таких параметров, я не так выгляжу, я этого никогда не достигну, я это никогда не буду иметь, да? И это его как-то еще больше подавляет, не стимулирует. То есть, опять же, все зависит от самого человека. Если человек позитивно настроенный по жизни, он будет из всего, что его ну, как бы окружает и с чем он пересекается, что он встречает, он будет из этого пытаться черпать какой-то плюс. Если человек негативно настроенный, конечно, его это, что бы он даже самое прекрасное не встретил, он будет стараться как-то себя, наоборот, ну, загнать, знаете, в такое состояние апатии какой-то, не очень приятное для себя. Якщо аналізувати от наше місто, в нас щасливі люди? Мне бы очень хотелось верить, что да. Я такой, знаете, где-то человек, психолог в розових очках, который верит в лучшее, надеется на лучшее. И я все-таки хочу верить в то, что действительно люди, ну, действительно, ну, испытывают вот это счастье. Может, не так часто, как бы мне этого хотелось, да, но все-таки действительно умеют как-то быть счастливыми. Потому что у нас на самом деле, я считаю, очень сильная нация. Мы очень много чего пережили и действительно остались достойные. Очень мудрая нация, умная нация. Сколько у нас умнейших людей, да, выходцы с Украины, которые открывают какие-то там проекты. Ну, вообще, я действительно восхищаюсь нашими людьми. Поэтому мне очень хочется верить, что действительно они счастливы, и они будут учиться благодаря своей мудрости становиться еще счастливее, находить вот эти вот ресурсы, вот эти вот мелочи, в которых можно постоянно черпать вот эти позитивные эмоции. Ну и, конечно, мы все вместе, как бы, я надеюсь, достигнем больших высот. Ось так, щастя в дрібницях, люди. Ми віримо, що у нас все буде добре, інакше не може бути. Сьогодні спілкувалися про щастя. І я думаю, що нам озвучили, як бути щасливими, на що зважати. Катерина Чубко була у нас сьогодні в гостях, психолог. І я думаю, вам було дуже цікаво. Нам було з Олександрою. Дякуємо за те, що ви до нас завітали. Сподіваємося, не востаннє. Ну, а до вас, друзі, ми обов'язково повернемося буквально за декілька хвилин. Спасибо большое. Удачи и счастья!